Современную детскую площадку начали обустраивать на месте старой, которая, конечно же, требовала обновления. С просьбой к депутатам городского собрания Сочи обратились местные жители. Теперь их здесь, в Илларионовке, в два раза больше. Люди приезжают из других регионов, покупают дома. Депутаты 4-го Кудыбсинского избирательного округа Леонид Остринский, Максим Медведев и Иван Савин выделили 400 тысяч рублей на обустройство новой детской площадки. Сегодня они уже вот приехали, уже начали выполнять работу уже, да. И у нас уже каждым днем уже детей уже больше и больше, и хоть что-то было, ну, нашим детям хотя бы что-то сделать, детскую площадочку. У депутатов городского собрания Сочи это уже не первый опыт обустройства детских площадок. Сейчас они более компактные, с современным покрытием. Установят здесь два игровых элемента и сделают новое ограждение. Так что в селах вот уже последние два года детские игровые зоны ничем не отличаются от городских. Сформировали как бы общее такое программное задание, и сегодня начало реализовываться это предложение. Я думаю, что мы 10 декабря этой работы будут завершены, и в селе появится благоустроенная детская игровая площадка. В планах у народных избранников обновить и местный футбольный стадион, на котором будут заниматься ребята постарше. У нас в этом году был чемпионат Кудесинского сельского округа по футболу. Очень активно у нас уже в селе, практически во всех селах есть футбольные поля, или больше, или меньше. Но, ребята, есть футбольные команды, сформированные в каждом населенном пункте. Я надеюсь, что мы и здесь возродим это футбольное поле, и здесь сформируется хорошая футбольная команда. Депутаты городского собрания Сочи Остринский, Медведев, Савин и дальше готовы помогать жителям села Илларионовка, чтобы там появились свои черышевые дзюбы. Они, конечно же, появятся, если у мальчишек будет где погонять мяч. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.